Одним из главных вопросов повестки 58-го заседания Совета депутатов городского округа – назначение публичных слушаний. Их тема – проект решения о внесении изменений и дополнений в устав городского округа. Ранее вопрос рассматривался на постоянной комиссии Совета. Так, большинством голосов было принято решение о проведении публичных слушаний. Самим проектом можно будет ознакомиться на сайте администрации округа. Публичные слушания состоятся 17 февраля в 11 часов в Малом зале Центрального дворца культуры. Все предложения можно направить в Совет депутатов до 16 февраля 18:00. На заседании принято решение наградить благодарственными письмами волонтеров, которые организовали в рабочем поселке Монино швейное сообщество. По доброй воле они помогают тем, кто исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Шьют балаклавы, кофты и многое другое. Кроме того, изготавливают необходимые вещи для госпиталей, в том числе бандажи. Делают они очень много. Причем делают они это, не развешивая нигде там свои информацию о том, что они этим занимаются. К ним обращаются те, кто занимается волонтерской деятельностью, очень многие. Они безвозмездно все это передают. Анна Балиец, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.